И 2-1 выходят казанцы. Очень плохо, Семенов. Вот прям очень плохо. Да, долго обрабатывал шайбу. В итоге... И вот ответ. Бродхерст. 3-0. 3-0. Авангард впереди. Это, конечно, фантастика. Только Акбар сказал, поймал Авангард. Ну, вот этот момент нужно смотреть с того ситуации, когда Семенов побежал вдвоем против одного. И вот здесь Толчинский на входе идеально, просто идеально, мягко на Бродхерста. Ну, а в завершении тут классика, когда ты, ну, вот убираешь на неудобную и посылаешь шайбу под вратарем.